Это судно битком набито гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Дунфэн» до 7 махов. Один удар способен нейтрализовать любой из наших авианосцев, включая «Обаму». Ракеты будут доставлены на эти эсминцы, покрытые углеродными нанотрубками, что делает их невидимыми для наших спутников. Вот почему Харперу пришлось заснять пленку по старинке. Силы самообороны планируют ракетный удар по Ирану. Именно, парни. Иран. У нас и так проблем хватает. Не позволим превратить Персию в сучку сил самообороны. Система защиты терминала Кеппел основана на одной ракете «Дунфэн», расположенной в центральном узле. Вы получите СВЧ-взрывчатку. Сверхвысокочастотное излучение повредит систему наведения ракеты. С востока и запада периметр защищен лазерами на свободных электронах. Эти лучи способны уничтожить любую ракету ближнего действия. Они нужны нам, чтобы ликвидировать грузовое судно. Портативные модули взлома перепрограммируют их систему наведения, и они поджарятся в собственном соку. Когда система обороны будет нейтрализована, вызывайте Кракена, и мы начнем воздушный удар. От зениток. Устанавливаю генератор помех. Начинается перекалибровка наведения. АСД приближаются. Одна минута. Мы теряем генератор помех. Враг уничтожил наш генератор помех. Перегруппироваться. Мы должны захватить управление ракетой. Ждите, к вам направляется огневая группа. Доступна поддержка АСД. У нас тут раненый. Есть попадание. Подтверждаю, ведется взлом лазерных систем. Яблочко. Есть попадание. Подтверждаю, вражеский квартир. Угроза ликвидирована. Викинг, ваша АСД уже в пути. Приближается еще один отряд. Готовьтесь встречать. Есть попадание. Ему конец. АСД противника уничтожен. Угроза ликвидирована. Первый пункт лазерной обороны у нас под контролем. Войска подкрепления приближаются. Взлом завершен. АСД на земле. Покидают заданную позицию. Вас противника сбит. Готов. Угроза ликвидирована. Ведется взлом лазерных систем. АСД приближаются. Одна минута. Яблочко. Открываем огонь по вражеской пехоте.
приближается пехота. Данные получите после высадки. Доступна поддержка АСС. Ведем огонь по вражеской пехоте. Угроза ликвидирована. Второй лазерный пункт наш. Самолет на исходной точке, готовы к сбросу. Подтверждаем, новые войска на готове. Вражеский АСД нейтрализован. Враг уничтожен. Приближается авиационная группа. Орудие готово. АСД выведен из... У нас тут раненый. Готов. Открываем огонь по вражеским квадам. Есть попадание. Корабль уничтожен. Задание выполнено. Конвой прибыл к месту назначения. Всем занять оборонительные позиции по периметру для взлета СВВП. В учебнике вставляй, Мейсон.